first impressions of today's match, please? Yeah, the game was tough. We managed to score today, so it was nice to score the first goal, and then it just opened for us the red card for the other team, and we were managed to score two more, so it's great, and we hope that we won't have as much problems with scoring goals as we had it in the first three matches. Очень надеюсь, что у нас не будет больше проблем с забитием голов, как у нас случилось в первых матчах, потому что мы не могли забить. Сегодня действительно была тяжелая игра, мы первыми забили, вот, далее как бы игра чуть усложнилась, и потом было удаление, и после удаления мы забили еще два гола, и уже как бы спокойно доконтролировали матч до конца. Поэтому игра была непростая, но мы забили. Видел эпизод с удалением? Куда там мяч попал? Можно показать? I didn't see it from the pitch. It looked like that he hit his hand. So I think it was a red card, but I didn't see the video yet, so I can't say. Видишь, пока не видел, но с поля показалось, что мяч попал в руку, поэтому, наверное, действительно была красная карточка. Но надо посмотреть повтор еще. Можно сказать, что от тура к туру команда прибавляет, и это первая победа как раз результат этого. Yeah, of course, we expected that. We are a young team. We are building up, and with every new match, I think we will be better. Today we had a new player again, Lasic, who managed to had a great game, to play a great game. So yeah, Abel came. Abel is fitter than it was when he first came to CSKA, and yeah, we are managed. We put the puzzles together, and I think that with every next match we will be better. Да, конечно, с каждым следующим матчем мы будем прибавлять и прибавлять. У нас сейчас появляются новые футболисты. У нас сейчас пришел Влашич, который сегодня действительно очень хорошо сыграл. И Абель, который точно так же сейчас набрал великолепную форму по сравнению с первыми турами, когда он был не совсем готов. Сейчас он уже набрал, поэтому мы сейчас как бы складываемся как пазл. Мозаика у нас складывается в единое целое. И с каждым следующим матчем мы будем расти и прибавлять. И, конечно, мы на верном пути и на подъеме. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.